Бодрое утро, моя планета, бодрое утро. Все, хватит плакать, хватит отчаиваться. Сейчас открываю большое, огромное, мировое, глобальное движение. Называется «Женщина мира, вставай». Вставай, женщина, вставай. Борись за свое счастье, за свою свободу, за свое право быть счастливым. У тебя есть право быть счастливым. У тебя есть право на голос, на слово. У тебя есть право работать, у тебя есть право жить, у тебя есть право учиться. Женщина, ты слышишь? Поэтому вставай, вставай. Все женщины мира, объединяйтесь. Гульзат Алымбек сейчас объединит всю планету. Друзья, что нужно человеку для счастья, да? По мне, так это крепкое здоровье, душевное спокойствие и мелочи, да, которые нас радуют. Вот, например, зашел я только что на Кулатова Ибраимова купить водички просто в «Газпром», да? А вторую дали бесплатно, вот аж настроение поднялось. Вроде бы мелочь, а радует. А вот третья бутылка пустая. Часа два назад выпил водички. А в жару, я считаю, нужно побольше пить воды. Что-то в последнее время не тянет на всякие сладости, как кола, фанта. В общем, пейте воду, следите за здоровьем. И радуйте друзей, радуйте близких. Помню, достор. Азамат Бакен студиясына келдим. Буйрса, жакында жаңы чыгарма. Ар бир адамдын башынан өткөн окуя тууралуу бир чыгарма жаралып жатат.